Вот такая зима. Теплая. Через неделю Новый год. После дождя грязюка такая. Выстроились в ожидании. И там выстроились. Угу. Гуси. Все ждут. Как помесь марана, наверное. Порода маран. Пасхальные темно-коричневые яйца. Вот она, это домашняя. Она мешанная с чем-то. Нечистокровная. Но она красивая. Угу. Ешьте. Как порода марана? Да. Они очень темно-темно-коричневые яички. Ну, может, еще к вечеру будет. Может, и будет, пока будем ехать, она может сейчас снесет. Эта курица несет вот такие вот темные яйца. Скорее всего, у нее в роду были порода маран. Французская селекция. И вот такое вот яйцо темное она несет. Его еще называют пасхальное яичко. Крашенка уже, не надо и красить. По сравнению с этими темненькими, оно покрашенное как будто. Это ракушка, да? Да. Кормовая ракушка специальная. На неделю. Еще Это особенно, когда шкарлупка становится мягкой. Очень хорошо едят. Ну, примерно раз в месяц, да? Да. Этой пачки на них хватит, на месяц хватит, они будут очень потихоньку. Даже не дает нас. Сейчас увидишь комбикорм, там все, как вообще будет сейчас. Война не будет. Ну, уже драка. Отогнала. Так.
Ну вот, когда упала яйценоскость, у нас немножко не линяют. Вот немножко даю комбикорма для того, чтобы стимулировать. Комбикорм Селивана для курей несушек. Здесь кукуруза, пшеница, шрот сонечниковый, макуха соевая, высевки пшеничные, олия, аминокислоты, соль, монокальций фосфат, вопняк, сорбент микотоксинов, комплекс ферментов, антиоксидант, витаминно-минеральная смесь. Вот. Смотри, сейчас же будет. Любят такое. Да. Но желательно, если открытое помещение, то чтобы дождя не было, потому что раскиснет. Поэтому я немножко на улице насыплю, а в основном там помещение насыплю. На случай дождя. Цып-цып-цып-цып-цып. Кушайте все. Так. Ну это молоко. Сейчас сначала я его насыплю. Чистенькая водичка, сразу надо ее запачкать. Сразу покупаться. Колбаска. Ой, что-то ты залюпала этого кота, да? Нет. Что у него там? А, может, лёгкий? Жирненькие какие, мышки кушаете. Угу. Жирнюки. Вкусно. Хотя бы не переели. Нет, они не поедят, сколько им надо. Покушали, да, Пумочка? Покушала, да?
прополочка декабрьская. Скоро Новый год. Через сколько? Через 7 дней. Через 7 дней Новый год. Ну что, почва влажная. Отлично. Копать уже хорошо. Прекрасно. Все вытягивается красивенько. Летом не было времени сюда, на эту грядочку. Руки не доходили, а теперь вот. Очень удобно вот такими вилами делать. Если лопатой, то обрезается корень. А вот такими вилочками очень хорошо. Да, грядочка будет прополота. Даже попадается дождевой червяк. Иногда. Представляешь, какая погода? И зелень курям дашь. Ну да. Для них это и делается. В принципе, здесь и болото не сильно и надо. О, смотри, вынимается даже без вил. Спокойно. О. Оно было подморожено и морозом вытолкнулось. А потом оттаяло. И все, и только бери. О, какая красотень. Смотри, как полится хорошо. Летом не было времени. Особо возле корней не хочется, вдруг мороз, чтобы не поморозил. Да, тут ежевика. Вот там под корнями я и не буду пока. Ежевики, лучше... да, не надо. Тут там лучше это. Вот оно само вынимается, я вообще ничего не... Смотри, не прилагаю усилий, даже летом так не полится. Летом оно врастается. А сейчас прелесть. Вот эти тоже ежевичные лозы я не поднимаю, потому что они так перезимуют. Ближе к земле лучше. Вот, и куры сейчас с удовольствием это все съедят. У меня там на огороде есть места некоторые, где перейка занеслась с межи. Когда трактор орал, и видно, туда закинулась. Как ее сейчас там классно вытаскивать. Боже, прелесть. Тянешь за один хвостик, вытягивается весь метр. Перейку полоть сейчас одно удовольствие. Перед Новым годом. Да, 24 декабря. Кто бы сказал мне, я бы не поверила. В это время у нас всегда снег метровый лежит. Мороз этот 100% всегда был. Хотя там у Пушкина нашли стих. Выковыряли, что написал, что первый снег в январе выпал. Какой-то стих Пушкин написал. Так он где-то был в Италии. Может, да. И писал. Что в России жил. Они все сидели за границей. Германия, Франция. Вот. Вишенка дождалась прополки. Так, не буду убирать, это, по-моему, прелесть. Да. Все можно сейчас. Кусочки есть, видишь? Ну, ранней весной тоже можно. Да. Нифига, ты потом садишь и потом... В морковке нельзя ее выдрать. Видишь, она кусочком вылезла, и здесь всегда она. Помню, она мне здесь так всегда мурыжит. Там перейка. Да, ее хорошо сейчас вынет. Видишь, как она? Да. Смотри. Хоп. Угу. Нигде не обрывается, ничего. Смечком все вылазит. Корни, да. Главное ж корни вырвать, выбрать. Да. А то потом сеешь здесь буряк. И чтобы прополоть, вылазит вместе с росточками. Лучше же ее сейчас вынять. Вот, смотри, как хорошо она вылазит.
Я думаю, никто зимой не пулит огород. Ну, если есть время. Конечно. Да, но это корни, которые не перегниют. Это все равно будет. Я это больше делала там на огороде, увидела зеленое пятно. Такая думаю, о, класс, трава, сейчас пойду курям нарву. Прихожу, там перейка. И вот я ее раз, и куры ее поели. Смотри, как она хорошо. Видишь, она даже мороз ее не берет. Не, ничего, ничего не с ней не происходит. Нет. Вот видишь, и в этом пятачке уже перейки не будет. Потому что я ее досконало здесь выняла. А куры зеленые выберут, гуси так точно. Все. И этот участочек будет без перья. Уже видишь? А так весной трактор переорит, и она внизу идет. И потом в ненужный момент взойдет. Все, здесь ее нет. Вон еще кусочек. Вон, видишь? Вот тут в этом пятачке всегда эта перейка. Просто что мне сейчас неинтересно ее выбирать, потому что курям нечего кушать. Тут она не сильно зеленая. Видишь, как хорошо вылазит. Вот. Ну, как летом. Зелененький. Еще нравится, не нравится. Витамины. Как летом. Перепугали, что им травы принесли. Не, они все съедят. Они выберут сначала самое вкусное. И гуси ж хотят. И боятся гуси подойти. Гуси первые хотят. Ты что? И боятся подойти. Любители, смотри. Это ж ты что? Это трава для них все. Давай, они ж будут сейчас мыть ее. Они потом корни все позакидывают в миску. Чтоб без земли было. Возмущается. Может, спасибо, говорят они. Да, и яйца будут более полезные. И понесла полоскать. Все. Водичка была чистенькая, теперь полощем. Картиночка отлично сохраняется. Снимаю, чем побольше, куры хорошо ее едят. Вот оставлять нужно с ножкой, тогда меньше трескается вокруг. Потому что если обрезать, то вот тут вокруг, вот видишь, отходят листики, они начинают сохнуть. А если обрежешь ее, она будет вообще тут все растрескиваться.
вот школа зелененькая. Это начальные классы, оказывается. С 1 по 4. Вот школа.